Всем привет! Сегодня я покажу вам, как делать красивый и очень стильный икорный маникюр. Поэтому все девчонки, которые хотят иметь красивые ноготочки, присоединяйтесь к нам. Ну что ж, приступим. Для этого нам понадобятся вот такие разноцветные бусинки. Лак для базового покрытия, финишный прозрачный лак и апельсиновая палочка. Сначала нужно нанести на палец базовое покрытие, например, белый лак, как у меня. Затем посыпаем наш палец этими бусинками. Стараюсь, чтобы бусинки попали полностью на всю поверхность ногтя. И затем апельсиновой палочкой убираем с кутикулы все прилипшие кринки. И, наконец, чтобы ваш маникюр сохранялся гораздо дольше, нужно нанести финишное покрытие. Вот так легко и просто вы можете сделать такой необычный икорный маникюр. Я очень надеюсь, что это видео оказалось для вас полезным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если оно вам понравилось. Ждите новых выпусков. Всем пока!